Здравствуйте, дорогие друзья и враги. С вами я, Евгений Панасенков. Это эфир канала «Здравого смысла». Сегодня у нас передача ответов на вопросы, на ваши вопросы. И их разбирают мои помощники, которые занимаются каналом, которые тратят свои силы и психику на это, на разбор вопросов. И по традиции мне помогает сегодня, вот их озвучивает Антон Кужим. Антон, привет. Здравствуйте. Да, уж хотел еще там немножко несколько дней погулять по ресторанам, но вот ребята сказали, что нет, все, уже столько накопилось, и люди так требуют, просто уже требуют ответов к ответу, поэтому сегодня у нас вот такой вечер ответов, и потом я немножко затрону тему новостей, которые в последние дни происходили, и я занес файл специальные рубрики. Но прежде чем, мы перейдем к актуальным темам, а их много, потому что ну, Париж снова и вообще всю Францию громят дикари, которых напустили дикари-оккупанты. Любовь между бывшими странами, братскими странами Советского Союза разгорается с новой силой. Вообще вот это братство народов, и есть на ВДНХ, есть фонтан братства, фонтан, да, как что-то, дружбы народов, а я называю фонтан дружбы уродов, чудовищные статуи, такие женщины без весла и прочие ужасы. Так вот, разгорается эта любовь с новой силой, и это будет и дальше так. Конечно, из прекрасного последнего на днях Путин проявил заботу о червях. Действительно, как вы многие слышали, Путин, значит, нашего президента, вашего президента, что я не голосовал за него, что вашего президента или не вашего, страшно беспокоит судьба червей. Заграничных, естественно, червей, вот, которые страдают, по его суждению, они страдают от внедрения современных технологий. Вот этих вот ветряных способов получения энергии, которые в Европе, в США очень распространяются, что черви вылезают из своих жилищ. То есть, опять тема жилищной политики. Вот Владимир Владимирович очень там не очень его, видимо, беспокоит, что происходит там с этими, с нашими трущобами. Но вот как живут черви Германии, это, конечно, основная тема, которая должна волновать президента Российской Федерации. И я думаю, что если уже до такой степени такие темы затрагивает правительство, значит, действительно, степень отчаяния и бесперспективности тут серьезная. Но начну я не с ответа на вопросы и не все-таки не с этого, а с прелестной новости. BBC 1 июля сообщает нам такие факты. Около 15:00 в воскресенье к загоравшему в своем саду жителю лондонского района Клэпхэм прилетел выпавший из самолета труп нелегала. Как рассказал полиции сосед, он услышал шлепок и выглянул из окна. Тогда, Антон, не ржи, ты, видишь, я работаю, а ты ржешь, а я работаю. Видишь, я читаю почти Аки Шатилова, читаю новости, конечно, у меня нет, я слишком ленивый, чтобы вот так все артикулировать и так далее. Ну, читаю, как читаю, ты мне, а ты сразу ржешь. Видишь, нелегал чуть не прибил человека, а ты... Тогда он и увидел тело и брызги крови на стенах соседского двора. Труп упал в метре от принимавшего солнечные ванны мужчины. Ошарашенные случившимся местные жители вызвали полицию. Ну, действительно, полиция, да. Труп, как оказалось позднее, выпал из отсека шасси самолета авиакомпании Kenya Airways при подлете к столичному аэропорту Хитроу. В Скотланд-Ярде предполагают, что тело принадлежало безбилетнику. Такие гениальные ребята, со времен инспектора Лестрейда, там, конечно, не изменился интеллектуально. Перелет из Найроби в Лондон длится почти 9 часов. Личность, не какая там личность, смешно. Но это BBC должно им сообщить. Личность предполагает
предлагаемого безбилетника. Полиция пока не установили, но, там сообщают, что вот он из Найроби и так далее, и так далее. Короче, вот нелегальный дикарь опять чуть не убил человека. Причем да, это трагическое и комическое, оно уходит всегда очень рядом в мировой истории, в мировой современности. Вы представляете, действительно, англичанин лежит в своей частной собственности, так сказать, на своем участке, а тут вот такая атака с воздуха и шлеп, и, так сказать, вот так вот, Найроби, да, сверху. Поэтому я думаю, что это как камертон трагикомедия сегодняшнего эфира. Может быть, нет, не знаю, что там вас сегодня интересует. Антон, давай переходим к вопросам, что интересует народ. Добрый вечер, дорогой Евгений. Да. Вы правы. Говоря, я очень, что народ... ты знаешь, я очень дорогой. Что ты? Это бесценный, да. И народ и правда ждет. Так. И просто невозможно заждались вашего интервью. Ты знаешь, народ вообще дождется. Это я тебе честно могу сказать, народ дождется. Некоторые чуть сильнее, кто-то чуть слабее. А кто чуть слабее, вообще мы удалим и забаним и так далее. Все это слабее. Свиньи! Я и ребята, которые занимаются каналом, мы знаем, что некоторые подписчики просто в истерике от ваших прогулок и развлечений. Да. И просят больше ваших интервью. Да, чтобы я не гулял и не развлекался, а значит, истерил, что вот сколько еще дней, секунд Путину осталось, он сидит там, в Кремле, а мы здесь, это же, да? Мы здесь, а ты туда, и что они хотят? Хотят они не сперва, ел и не пил. Сперва хотят они, чтобы вы высказались об актуальном. Ой. Приходят просто сотни просьб рассказать ваше отношение к новому конфликту между Россией и Грузией. Угу. Как оценивать русофобию и весь мат, изливаемый в сторону Путина. Понятно. Неожиданный вопрос вообще. Я думал, что о чем же будут спрашивать в эти дни? Не мог предположить, о чем. Это не новый конфликт, это было, есть и будет между соседними народами, один большой, другой маленький, один хочет быть великим, ничего не создавая, другие хотят тоже быть великими, будучи маленькими, и все хотят быть великими и прекрасными. А при этом, конечно, не в свое православие не садись, там все воспалилось опять, когда какой-то местный депутат сел в неместное кресло. Да, и самое смешное, оказывается, есть какая-то международная парламентская православная организация, что-то в этом духе. То есть это потрясающе, до чего довели это. Если там был какой-то раньше Иисус Христос, то вот он ходил в хитончике, где-то там в еврейской стране, я имею в виду не в Биробиджане, а в это самое... в древние иудеи, ходил, и тут потом прошло, в общем, всего штук 20 зельдиных, я мерю историю в зельдиных по 100 лет, штук 20 зельдиных, и уже появляются межпарламентские комиссии по вере в древних евреев. Просто это не передать. И вот русские и грузины ссорятся из-за того, что какой-то, по-моему, глава и кто-то по этой комиссии, поверив древнего еврейского бога, значит, вот, в общем, не туда сел. И, кстати, здесь вопрос с товарищем грузинам. Я знаю, что там очень много православных. Ну, как они говорят, что мы там православные, верующие. По-моему, даже их новый президент, который вся из себя вроде бы очень образованный, интеллигентный, она умудрилась ляпнуть, что она тоже православная, чуть ли не целовала там, что надо и не надо этим попам местным. Но, ребятки, если вы православные, так чего же вы тогда кричите националистические лозунги? Вы или православие снимите, или национализм снимите и трусы наденьте, да? С другой стороны, конечно, нет большего борца с имперством, чем я, потому что, в отличие от вас, пока еще грузинские певцы зарабатывали здесь на корпоративах и концертах, пока все с ним смотрели дебильные русские сериалы в Украине и в Грузии, я уже боролся с российским империализмом, причем боролся на научном уровне, политологическом уровне, под корень рубил, но значит, вы серьезные монографии не читаете, вы вот так послушаете какие-то интервью, покричите, можете матом выругаться. А что касается мата, ну, это, конечно, не самое действенное в борьбе с империей, я вам честно скажу, да, против танков и нефти мат не очень поможет вам. Вот. И, конечно, уж если ругаться, то вы ругаетесь на виновника, потому что, ну, зачем опускаться там до родителей и так далее. Тоже понятно абсолютно. С другой стороны,
вот эта реакция ненависти, отторжения, которая выражается в том числе в примитивном, в мате, это ведь тоже вызвано не на пустом месте. Да? Они же не против лидера Бельгии или Англии, или там Сан-Марино кричат. Да? Они кричат против конкретного президента, который проводит конкретную отвратную политику. Поэтому что вы хотите? Вы получаете то, что вы получаете. Вы хотите лезть в разные страны, вы будете из этих стран получать соответствующие отношения. То есть тут все тоже логично. Что касается конкретной Грузии, то, понимаешь, ситуация не очень... Ну, знаешь, хорошо было бы... Я же не как эти, которые одни ватники со знаком минус кричат, что вот мы русские, мы всех завоюем, другие ватники со знаком плюс кричат, что вокруг все хорошие, значит, мы все плохие, и вот давайте сразу моментально флаги будем Грузии, Украины на себя навешивать и ходить с ними по Москве и кричать, что мы оккупанты и прочее. И нет такой идеальной ситуации. Идеальная ситуация бывает, когда гениально поет Мария Каллас или Пласидо Доминго. Почему я люблю искусство? Потому что там этим может восторгаться идеально. А здесь грязи полно, потому что, ну, конечно... Грузины забыли, что есть еще Турция, и что Российская империя, являясь экспансионистским, в общем, образованием, она была в каком-то смысле позитивным для них явлением долгие десятилетия. И в плане развития и промышленности затем, то есть забыли и защиту от Турции, забыли и развитие промышленности. С другой стороны, действительно, да, и совок был совком, и Россия сегодня это, в общем, отсталая страна, которая не может предложить хорошего модуля развития. Весь смысл, как мне кажется, да, в том, что современная Россия, путинская Россия, ватническая Россия, совковая Россия не может, в отличие от США, предложить модель прогрессивную, модель развития прогрессивную, современную, которая бы привлекала людей. И если не может, значит, тогда не лезь со своим имперством. Если ты не можешь предложить то, что людям нравится. Я думаю, что основная проблема именно в этом. В самом экспансии экономической, культурной ничего нет, если эта экспансия дает действительно развитую экономику и развитую культуру. Так что вот здесь, ну вот так, да, не лезьте в другие страны. Занимается своими делами, это что касается нас, что касается русофобии, она, конечно, тоже не на пустом месте появилась в Украине и в Грузии, но, понимаешь, когда я вся физиономист, я смотрю на тех, кто там митингует в Грузии, уже непонятно, за против чего, как же они все орут, просто каким-то животным образом. Может, они даже, ну, как бы правильно орут, да, там, вот, оккупация и так далее. Но мне это настолько не близко, мне близок протест, но мне не близка форма протеста, потому что это... Как тебе объяснить? Я не понимаю, что делают эти люди, почему они не заняты. Вот у меня все распланировано, да? Здесь я пишу, здесь я читаю, здесь я пою, здесь я режиссирую, здесь я даю интервью, здесь я работаю со своей коллекцией предметов древности, здесь я гуляю, здесь я помогаю друзьям. У меня все распланировано, и это огромный труд, и это созидание. У меня нет времени бегать по улицам и там... показывают, как люди рвут на себе майку. Вы можете заявить, пожалуйста, заявите тезис. Можете его громко, поставленным голосом сначала поставьте, чтобы вас услышали. Но зачем рвать на себе майку? Вот я там видел, это же не это порванная майка, Путина не прогонит из Осетии ниоткуда вообще. Поэтому меня отвращает стиль. Меня отвращает во многом стиль, даже когда я согласен по вектору. Да, вот здесь надо со стилем очень серьезно работать. Плюс, я думаю, что мало кто из вас задумывался, я думаю, уверен, что никто не задумывался. Вот сейчас воспользуйтесь моим мозгом и подумайте. Вот представьте, вот Чечня, Украина, Грузия. По сравнению с Россией, это небольшие по территории, по населению страны. Ну, Украина... В Европе большая, по сравнению с Европой, по сравнению с Россией небольшая. Чечня совсем маленькая, Грузия побольше, но тоже очень маленькая территория. И уже там есть в Чечне, в Украине, в Грузии те, кто
пожалуйста, читайте соцсети, они говорят, ой, мы бы до Москвы дошли. Украинцы там прямо рисуют Кремль, полыхающий Кремль, мы еще дойдем, это очень смешно было. Особенно год 2-3 назад, они там, теряя территории, говорили, ну, мы дойдем до Москвы. Да? А в Чечне уже дошли до Москвы, и как ведут себя чеченцы в Москве, особенно на дорогах или при разборках в бизнесе, все вы прекрасно знаете. В Грузии, в Армении, я не знаю, в Казахстане, везде, можете посмотреть, везде находятся люди, которые говорят о великой Армении, о великой там, да, американскими технологиями компьютерными рисуют предков несуществующих. Предки похожи на одетого в этнические наряды терминатора. То есть такой Шварценеггер, только одетый в вот какую-то дудь такую этническую. И тоже о чем-то мечтает. Вот подумайте, вот а если бы чеченцы, украинцы, грузины, вот если бы они были по количеству населения как русские и по количеству территории, по объему масштаба территории как Россия. Вот мне интересно, у них была бы нефть, соответственно, бомбы и прочее, вот как бы, какое было бы их поведение в отношении соседей? Вот вы задумайтесь немножко над этим. Это неудобная мысль, но она совершенно неудобная. Она вообще как бы многое ломает. Она, на ней тяжело сидеть, как принцессе на горошине, но подумайте, просто подумайте, вам же никто не мешает думать, да, кроме вас самих, так что подумайте. Так, дальше, что еще интересует? Вопрос по соседству теперь. Почему? По соседству, соседний вопрос. Абхазия или это что-то? Нет, по интеллектуальному уровню вопрос. А, ну, значит, Абхазия, значит, Абхазия. Что вы думаете? Что вы думаете о начале правления Зеленского? Его первом разговоре с Путиным и о проекте Зеленского иллюстрировать всех руководящих страной после Майдана? Я не думаю, что эта тема достойна такой серьезной интонации, как у тебя, и даже недостойна издевательской, потому что правление, ну, какой к чертовой матери правление? Какой-то клоун там... Незрелое общество от несчастья, потому что нечего было выбирать, оно что-то там клоун. И вот так начало правления, это ощущение, что начало правления про какого-нибудь там деятеля мировой истории, это просто комический, да, комический персонаж в прямом и переносном смысле слова. Я тут где-то на днях видел запись в интернете, где он на каком-то то ли совещании, то ли пресс-конференции вел себя ощущение, что он какие-то очень тяжелые грибы ест, просто такие серьезные, такие непростые, но еще не подберезовики, да, а, в общем, подопята. И если он в том же стиле общался с нашим, значит, с Путиным, ну, это как бы забавно. На самом деле, конечно, разговор Путина с Зеленским – это беседа порядочности с интеллектом, да. Два символа. Ну, если честно, мне эта тема не очень интересует. Тема гиблая, ситуация гиблая, все это ошибочно выбрано, и пусть барахтаются, как они хотят сами в этом. Дальше. Далее идет вопрос, который я обычно стараюсь не задавать. Знаю, что вы много раз уже на него отвечали, было множество ваших статей, но тем не менее просит... Сначала надо было мне принести пирожное какое-нибудь, предупредить, что будет то, что вызывает во мне гнев. Сначала пирожное как-то попытаться, так сказать, да, а потом уже аккуратно, да, и что же там. Ну вот тут только упрашивают. А да. Вопрос сакраментальный. Mm. Что делать с режимом? Терпеть ведь уже очень сложно. Но если им терпеть сложно, значит, надо как-то куда-то сходить, да? А что они терпят? Что они терпят? Они сидят на диване и терпят, и ждут. Они чего не дождутся? Дождутся, пока блоха съест диван, или у них не будет не то, что булки, вообще ничего не будет, или там к ним зайдет Росгвардия. Ну, да, чего-то они дождутся точно, да? Конечно, много позже они дождутся и Лебединого озера, но это у них же жизнь пройдет. Здесь весь вопрос, ну, если вы ни черта не делаете, оно же ничего не случится, оно просто так ничего не бывает в жизни. И, конечно, вам
Я бы советовал все-таки поучаствовать в этом мире. Вы же в мире не участвуете, а что такое участие в мире? Это какая-то деятельность интеллектуальная, ну такая хотя бы среднего уровня. И прежде всего надо рубить под даже, ну нет, ну же с корнем, не под корень, а с корнем надо выкорчевывать идейные, психологические, ментальные, привычные, привычки. Надо выкорчевывать вот базу. Вы должны работать с окружающим. Если вы что-то каким-то непонятным образом, у вас мозг проснулся и расслышали, меня расслышали, прочитали, увидели, кого-то еще. Вот вы должны дальше просвещать сильное слово. Вы должны очень четко, знаете, нет, я даже не хочу слово просвещать, это красивое. А здесь нужно как бы это, вышибать дурь. Ногами вышибать дурь из окружающих. Это ваша семейка, это ваши родственники, это ваши сослуживцы, это однокашники, однокурсники и прочее. Это вот соработники и прочие товарищи по несчастью в вашей жизни. Вы что-то услышали, вы что-то прочитали, вы должны до них донести, вы должны спорить, но спорить вы должны как? Не то, чтобы проиграть, потому что вы проиграете, если будете бездарны. Вы должны очень четко, используя мои методы, методы и интеллектуальные, и артистические, и очень четко. И никогда не позволять оппоненту идти дальше или отмахиваться. Вот не отмахиваться и не идти дальше. Пока один тезис... Вспомните, оппонент верующий, да? Скажи, а ну-ка докажи, что... Ты вякнул, что Бог есть. Ну, давай доказывай, да? Пока не докажешь, не уйдешь. И мы не перейдем к какому-то обсуждению какого-то там святого или чуда, пока не будет самого чуда, пока не будет доказана база. Если про патриотизм, вот, мы, Бородино и так далее. Я говорю, так, вот берете мою книжку, там есть конкретные цифры, факты. И они отмахиваются. Нет, а ты иди, сука, сюда, смотри сюда. Вы видите, есть сноска. А сноска там на архив или на публикацию источника в сборнике документов. Иди, сука, в библиотеку или открой книжку на сайте библиотеки. Вот, видишь, документ за подписью Барклай-де-Толли с Кутузовым, где Барклай-де-Толли сам говорит, что мы проиграли сражение. Ермолов сам пишет, что мы проиграли сражение, да, и так далее. То есть вот это база. И объяснять, что Кутузов, который был крепостником, владел 6000 крепостных, которых секли, драли, это были рабы, у них не было свободы, их нельзя было поработить Наполеоном, потому что не только у него не было твоей задачи, а их нельзя, потому что рабов нельзя поработить по определению, нельзя потерять то, чего у вас нет. У вас нет свободы. Что Кутузов посылал карательные отряды. Вот это все надо сообщать. А потом семья Романовых в лице дочки Николая I породнилась прекрасно с сыном Евгения Багарне пасынка Наполеона, который командовал корпусом Великой армии в 12 году. Это все на смертях крестьян, которых просто пустили в расход. Потому что дебильный Александр I, это убожество на букву «Уё», да, абсолютное убожество, ему главное было зависть к Наполеону, и он пустил в расход русский народ. То же самое, как и Сталин. Потому что Сталин понимал, что он не удержится у власти, если он сделает из русского народа боевую силу для завоевания мира. И он только это и делал. И поэтому угробил сначала в лагерях русский народ, потом в войну русский народ. То есть вот, вот же какая ситуация. И вот нужно рубить это. Потому что власть, ну, когда там Навальный говорит, ну, чиновники воруют. Ну, воруют. Ну что, это новость, или что они в 19 веке, или при Совке не было коррупции? Это не новость, и с этим ничего не сделаешь. Почему? Потому что тебе ваш однокашник, ваша семья ответит, ну, во-первых, с этим ничего не сделать. Во-вторых, они сами мечтают воровать многие. Понимаете, просто они мечтают об этом, завидуют, или еще скажут, ну, круто, молодец, и так далее. Что вы, понимаете, что вы не в Швеции и не в Бельгии. И здесь другие традиции. А вот когда... Но они скажут, ну да, может, там какой-то Сидоров что-то коррупционер, но зато мы в великой стране. А вы должны объяснить, что это вам фуфло суют пропагандистское, что вы живете в нищете ни за что, что это были поражения, и вина в войнах была царская, и так далее, и так далее. То есть вы должны объяснить, что плохо жили поколениями, потому что строили миф. Строили миф и кормили нищих рабов мифами. Кормили их комплексы. И кормят ваши комплексы сейчас.
Значит, для этого не только лично, но это же должно быть публичное пространство, серьезное. Каждый на себя должен, если я на себе там несу сотни тысяч, у меня сотни тысяч просмотров, да, это я добился, на своих плечах несу, вы несите там, кто 10 просмотров, кто 20, кто 1000, кто 10 тысяч делает просмотров, да. Значит, только здесь не надо с гордыней, потому что не у каждого есть таланты, но вы все можете не обязательно создавать свое, вот, как сказать, как себя, как блогера, как индивидуальность, может, не у всех она есть, к сожалению, это же не изобрести, это она или есть, или нет, но вы можете распространять информацию, вы можете завести блог в ЖЖ, в живом журнале, в Ютьюбе, в Фейсбуке, там, в этом советском ВКонтакте и так далее, где угодно. Может, даже в советских лучше, там еще и одноглазники есть, которые я не знаю, ну что такое есть, еще где-то. И вот там просто перепащивать. Вот конкретно, это против религиозного бреда, это против исторического и мифотворчества. Берете мою книгу, и по сражению, вот Смоленское сражение проигранное, когда русские войска не просто проиграли сражение, да, но еще сожгли русский город, и погибло много русских жителей. Потом еще мосты за собой сжигали, хотя бы пытались несчастные матери с детьми убегать. И когда Наполеон вошел, первое, чем занималась французская армия, это спасала жителей от пожара и давала им еду. То есть это, напишите, это отдельный пост, отдельная статья из моей книги. Отдельно Бородинское сражение, отдельно Бородинское, как Кутузов бездарно выбрал позицию, как он не командовал, из-за того, что не было фактически управления командующим, а все было хаотично, проиграли со страшными потерями. Имели больше, чем у противника войск, а потеряли больше, чем противник в оборонительной позиции. Отдельный пост. Про сожжение Москвы, про то, что Москву разграбили сначала русские крестьяне и русские мародеры-солдаты. Отдельный пост. Про вину Александра в войне отдельный пост, что это он угробил много русских жизней и так далее. Это отдельный. Дальше. Про религию. Вот у меня там было выступление на Спасе, еще где-то. Там несколько тезисов. Там не один, там несколько. Возьмите один тезис, да, возьмите другой тезис. И это вот такой каждый день. И так далее. Плюс, конечно, развивайте эстетически, потому что важнейшая штука – это вкус. Если люди будут со вкусом и развиты эстетически, они точно будут брезговать ватничеством, совковостью и прочим. Их уже на это никак не подбить, если они будут понимать, что такое жизнь, что такое, так сказать, искусство, и они будут это ценить. Поэтому у меня были циклы по искусству, значит, передачи. У меня были статьи, огромное количество статей в циклах тоже. У меня есть книги, и везде об этом рассказано. В интервью, здесь, в блоге и везде. Каждый берет тему. Современное искусство, несовременное. Там художники, поэты, писатели, режиссеры, фильм. Вот это все берите. А маленький пост просвещайте тоже. Пусть посмотрят такого-то режиссера, прочитают такую-то книжку, такого-то поэта. И уже будет у них более сложная картина мира. Тогда они, опять-таки, не скатятся в примитивные штуки. Давай дальше. Часто спрашивают, кого из экспертов, политологов и журналистов, обозревателей слушать про современную ситуацию. Вот это вопрос про наркотик. Видите, ребят, вы сидите на наркотике. Вы чуть ли не весь многие, которые каждый день слушают эти радиостанции, блогеров, все однотипное, пережевывают то, что уже выплюнули люди давно, и надо выплюнуть. Пережевывают. Это тонны пустоты, Санта-Барбара, когда замечательные, искренние евреи переживают за демократию в русском народе. А народ им отвечает черной неблагодарностью. Ну, не хочет он прав человека. Ну, не хочет он. Или там любимец последнего начальника КГБ Крючкова, значит, Саня Невзоров, он смеется над вами, смеется над русским народом и славит Путина. Что Путин замечательный, такая закалка КГБшника, а вот народ такой примитивный, он тут смешной, ну, действительно смешной во многом, да? Но вы это слушаете, и вы радуетесь. Невзоров перед последней старостью тешит свое последнее тщеславие и что-то там зарабатывает, что у него жизнь прошла мимо, он ничего не создал и все проиграл, так сказать, да, потому что он не вовремя все делал. В 90-е годы он был с дикарями типа Баркашова, а сейчас он пытается, ну, не совсем это искренне, а, в общем, это во многом игра, играть либералы и прочее, и провинциальных, провинциальной молодежи нравится, когда старик, в общем, странно одевается и называет себя мерзавцем.
понимаешь, какой интеллектуальный уровень, так сказать, на старости грацевать тем, что он мерзавец, и это нравится 15-летним провинциальным, опять-таки, детям. То есть это забавно, может быть, даже в личном, в быту. Вот, ну, это нельзя слушать как эксперта. Смешно, потому что человек, который учил лошадей латыни и сначала был за Баркашову, потом вот сейчас что-то такое пытается красить майки в слово «Грузия». Если вы считаете, что это эксперт, его можно слушать, это смешно. Это можно в личной жизни общаться как бы приятельски, потому что это интересно, и у него есть свои обаятельные черты, но вот даже мы дружили и разошлись, потому что я не смог терпеть, что он во время войны с Украиной поддерживает лично, конкретно Путина, всячески его славит и прочее, а он не может не поддерживать, потому что иначе он все потеряет. Ну и так далее. То есть вот такие. Есть еще там какая-то вот сейчас слушают и... Я не помню, то ли Шельма, то ли что-то такое фамилия. Ну, короче, очередная из этой системы. Тетка такая, как вобла, асексуальная, естественно. Она говорит 3000 слов в минуту при полном отсутствии какого бы то ни было смысла и пользы для вас. Вот 3000 слов в минуту. Зачем, о чем и что это вам дает, непонятно. Более того, если вы подобное слушаете, вы и себя не уважаете, и вы подписываетесь по тем, что у вас нет эстетики, слуха, воспитания, что вы можете вбирать в себя вот эту трандычиху, вот этот пулемет бессмыслицы, истероидный такой, климаксический. Да? И, ну вот слушают. Я советую слушать артистов, которые читают классику, литературную классику, или поют певцов оперных, эстрадных, великих, или как читают, ну, все что угодно. Вот Анна Николаевна Шатилова, она может читать абсолютно все что угодно, но это будет красота слова, звука, этим можно любоваться, этим можно чувствовать весну и осень, или слушать, как Тит Гоби поет «Скажите девушке», он замечательный фильм, ты помнишь, этот баритон пел, там молодая Джина Лолбриджида сидит, да? Или как Рафаэль, певец испанский, да, поет записи 60-х, 70-х, или слушать, как Качалов, как артист Качалов читает классику, или даже иногда похабные вещи у него были. Гениально, тоже классика, там парков, все. И, ну, это хотя бы вам даст наслаждение вашей единственной несчастной... Вот, жизнь одна. Если вы хотите быть наркоманами, слушать круглые сутки вот эти пережевывания новостей, что ой, Путин плохой, ой, чиновники, ну, воруют. Уже, вы не знаете, ну, вот это вы уже знаете, что он плохой. Вы уже знаете, что вот порно коррупционеров. И что? Если вы ждете, когда закончится режим, то или вы что-то действуете, как я вам сказал, либо вы не ждите, вам сообщат, потому что у вас будет Лебединое озеро, вы не пропустите, вы узнаете. Вот видите, Лебединое озеро, значит, все закончилось. Начнется еще худше. Поэтому не надо садиться на этот наркотик. Там еще какой-то был такой вполне себе, ну, я бы сказал, очень интеллигентный, такой лысенький, высокий националист, бабочки, тоже не помню фамилию, но он все говорил, что он пьет чай с какими-то людьми из Кремля, потом в итоге его уволили из МГИМО. Вот, то есть, ну, и персонажей много, и они там, Чебурашка лохматая с кривыми зубами, которому когда-то подсунули девку, чтобы его совсем сделать клоуном, да, тоже вот редактор он чего-то там. Еще Шендерович, который там выпендривался, в итоге сняли, как он трахается с дивана. Ну, вам, и вы, он прав, понимаешь, даже, но он замечательно говорит, вот он критикует плохой режим, но это же нельзя слушать килограммами, в этом нет смысла и нет эстетики. Зачем вы это? Вот, знаешь, я сейчас красиво себе обустроил на очередную комнату и на виниловый проигрыватель. Я слушаю дирижера Карлоса Кляйбера.
я перед собой развесил гравюры с изображением ранних раскопок Помпеев Геркуланом, там все эти руины, красивые вазы, краснофигурные вазы, эти гравюры 18 века, и вот я открываю альбом по гран-туру, по путешествиям аристократов, тоже 18-19 века, или там читаю, вот сейчас я читаю «Рождение Вселенной» Джеймса Линдсея, в общем, это физика, это астрономия, или там Каганвейс, очень неплохие книжки «Физика глазами физика». Это значит, что вы сейчас должны вот прямо броситься и читать Линдсея, либо там «Физика глазами физика», это абсолютно не означает. Это значит, что вы должны понимать, что у вас жизнь одна, и вы должны расширять свое знание о мире, углублять, получать наслаждение от знания, от звуков, от эстетики, от мелодии, от текстов, которые действительно дают вам новое что-то, которые вам открывают глубины и тайны, а не то, что, ну, за что там очередной чиновник что-то взял. Ну, понятно, что же это взял, что же он дурак, что не взял. Да. Давай дальше. В продолжении темы современной ситуации. Как вы оцениваете задержание замглавы пенсионного фонда? Вот, является ли это прямо чем... как... Я точно ведь, обрати внимание, как я чутко угадал, куда народ, что народ беспокоит. Да? Ну да, про плохих чиновников. Является ли это отдельным случаем, или же это тенденция взятничества? Не понял, что взятка, это, конечно, тенденция, а я не совсем понял. Тенденции в чем? Ну вот просят оценить вот это задержание. А задержание да. Оценить. Да, ну у меня, кстати, тоже спрашивали вчера, звонили с какой-то сейчас такое количество информационных этих агентств, что просто... Раньше хорошо было в СССР одно информационное агентство, которое сразу сообщало, как что оценивать. Ну же, взятка – это вечная тема в русской, так сказать, литературе. Но вот сама эта организация, пенсионный фонд, она, конечно, тоже вся из Гоголя, из Салтыкова-Щедрина, вот из тех краев. И вот с внешностью ее главы, не помню, там не было как фамилия, в общем, есть глава, естественно, у любой организации, можно вот с этой внешностью играть соответствующие спектакли в Малом театре. Там постановки Гоголя, Щедрина, Островского некоторые. Что касается задержанного товарища, то ли он его зам, то ли там, что он, кто он там, я физиономист, и я сразу смотрю на физиономию. Вот. Если я не ошибаюсь, но я вот набрал там в интернете, он вполне себе такого интеллигентного вида, то есть понятно, что взятки брать не умеет. То есть, может, хочет, может быть, да, но это что же, знаете, везде нужен талант, везде нужна техничность, да. И он что-то какое-то, знаешь, вот такое вот вполне себе интеллигентное лицо. Конечно, надо, не хватает ему немножко такого вот дельно-гоголевского, чтобы все это проворачивать без этих всех арестов. Но что? Для меня вообще вот психологически абсолютно необъяснимо, зачем человек может идти работать чиновником в пенсионный фонд. Вот, ну, просто мне это непонятно. Кроме как иметь там личную выгоду, это не объяснить физиологически никак. У тебя одна жизнь, ты можешь там гулять, есть, пить, смотреть кино, и вдруг ты идешь работать чиновником в пенсионный фонд. Что такое чиновник, да? Уходит рано с утра на одну и ту же работу, какие-то бумажки тупые, какие-то люди с своими просьбами за жизнь. И его обязательно унижает вышестоящий чиновник, потому что его унижает еще более вышестоящий чиновник, и плюс жена, конечно, да, и так далее. И работа чрезвычайно скучная и тупая. И думать о чужих пенсиях, вот это вообще, мне кажется, это извращение. Вот реально, если твоя жизнь посвящена тому, что ты думаешь о чужих пенсиях, по-моему, это психическое извращение, вот серьезно. И поэтому устраиваться на такие рабочие места, это, так сказать, ну, что это, вообще устраивать, я бы сказал так, вот устраивать, делать, создавать такие рабочие места, подобные рабочие места, это провоцировать человека на самые нехорошие действия. Вот мне так кажется. Поэтому, ну, не знаю. Давай дальше. Скучная тема. Еще один вопрос из Украины. Угу. Как вы относитесь к попыткам националистов сорвать гей-парад в Киеве? Ну, тут вообще надо эту тему решать полюбовно, я считаю.
Потому что обе стороны, они не дорабатывают, не выполняют свои основные функции. Потому что нацики не могут сделать из Украины государство и вернуть территории, а так называемые геи, потому что термин вообще не научный, никаких геев не существует, как интуралов, серьезно. Так вот, так называемые геи не умеют нормально соблазнить придурочных нациков. И что очень просто, кстати, это же очень просто делается. Так вот, как режиссер-историк, я вам говорю, это делается в плане соблазнения нациков очень просто. И займитесь этим, займитесь делом. Чего просто ходите в дебильных, вульгарных нарядах, когда вы должны заниматься делом. Вы должны, если вы там украинцы или русские, или грузины, вы должны, как это сказать, это же как в стране несчастья, вы должны быть едины, вы должны быть целостны, вы должны быть друг за друга и за другом, и горой, и вообще, конечно, у нас есть, нам русские нацики, там геи, пожалуйста, пригласите нацика, налейте ему водки, там горилки, выпейте за родину, конечно, это же великая Украина, или там что-то Грузия, Россия, вокруг враги, значит, надо обняться. Чувствуешь, да? Это вот. А тут еще враги, масоны наступают, надо слезу пустить. А если верующие, представь себе, если они же там некоторые нацики долбанутые этим делом, если там, я не знаю, что-то наступает, не помню, в какой праздник, они целуются в какой-то праздник, да? Если подогнать к дате праздника, и там можно и поцеловаться. А если водка плюс праздник верующих и поцелуй, это же совсем близко к цели. И таким образом крепить спайку между геями и нациками. А так, конечно, есть это, если мы вас ненавидим, вы нас ненавидите, это все на руку Путину, который всех ненавидит. Здесь надо как можно ближе. И вот я уверен, что меня слушают и геи, и нацики, и здесь, и в Украине, что нацикам нравится, что мне не нравится Путин, геям мне нравится, что мне нравится Оскар Уайльд и так далее. Да? Я считаю, что это что такое бонапартизм. Бонапартизм объединяет разных. Вот Наполеон объединял реалистов, якобинцев. Я бы объединил и этих тоже, да, здравым смыслом. Еще что, здравый смысл – это не бороться, не тратить жизнь на борьбу и ненависть, а тратить жизнь на любовь. На театральность, даже если вы не очень любите, ну, будьте вы театральными, ну, сыграйте вы это. Как-то эти парады, там гопнические эти уроды стоят, ну, кто-то уроды, кто-то, может, не очень эти нацики. Причем не все есть нацики замечательные, националисты, которые делают дело. Они защищают страну, они там что-то изучают и так далее. А есть такие истеричные гопники, так сказать, латентные, потому что кто пойдет, вы слышите, у тебя есть работа, ты занят на работе, тебе нужно еще успеть отдыхать, у тебя еще семья, и ты находишь время, чтобы пойти и мешать какому-то, там, каким-то ребятам по какой-то улице пройти, значит, с музыкой и танцами. Просто надо насколько быть закомплексованным самому латентным гомосексуалистом, чтобы тратить свое время и энергию на ребят, которые где-то там ходят. Да, то есть вот... Здесь все очевидно. Все те нацики и вообще придурки, которые против этих реально пытаются помешать гей-парадам и так далее, это абсолютно закомплексованное дерьмо, которое надо действительно от этих комплексов лечить. И лечится это очень простым способом, который я описал. То есть есть много способов, много вариантов, много приемов, много, так сказать, ну, неважно. Но вот я простенький вам... Потому что не бывает нациков, бывает мало это самое. Ну, неважно. Так вот, я повторяю, есть замечательные националисты, которые делают дело. Вот они создают государство, воюют, или в Европе. Кстати, в Европе современных нациков, националистов неправильно называют, я считаю, националистами, потому что они французские, голландские, немецкие, они все едины. Они устраивают общие конгрессы, друг друга обожают и так далее. Они против дикарей, они цивилизационисты, я бы их так называл, а не националисты. Что ни один, что кто-то из партии Ле Пен скажет, что французы лучше немцев, бред, конечно. Или что во Франции не должно быть немцев или бельгийцев, бред, конечно, никто такого не говорит. Что, они говорят, что да, во Франции проблема оккупации дикарями. Вот это, ну, это другая совершенно тема, абсолютно другая. Поэтому с терминами, конечно, надо работать. А тут, да, нужно полюбовно, полюбовно. Ну и, конечно, надо улучшать, понимаешь, это все, вот эти все гей-парады. Знаешь, с одной стороны, я не с одной стороны, а точно, я против запрета, потому что надо...
все граждане имеют право на свободу жизни. Они могут любить, кого хотят, целовать, кого хотят, гулять, где хотят, и, так сказать, заявлять, кто они, как хотят. Иначе это хуже фашизма и прочее. Но все нужно эстетизировать. Конечно, когда парад. На парад надо выставлять лучшее. Надо выставлять хотя бы там два лучших покрашенных надувных танка. Да, если это военный парад, потому что если танк застревает во время парада или репетиции, это плохо. Поэтому лучше хороший надувной, который легко перемещается по воздуху. То же самое и гей-парады. Надо выставлять лучших. Например, когда идут старые с дряблыми телами или уроды, или там какие-нибудь трансухи, надо выставлять, если нет, но нанимайте. Но пусть ЛГБТ-организации нанимают красивых парней, даже среди нациков полно нищих придурков. Пусть нанимают нищих нациков с красивыми телами, что они нацики качаются, они нацики, они же часто латентные, и они уходят из семьи в мужской коллектив, там они качаются с голыми торсами, значит, обсуждают судьбу родины, все это вместе, между мужчинами, без женщин, поэтому их можно за деньги нанять, чтобы они прошли с гей-парадом, вот, и всем хорошо. И пропаганда эстетская, и эти получили деньги на борьбу за там что-то такое величие. Как-то по уму надо, надо все это по уму, не надо все это маргинально. Давай дальше. В последние месяцы зачастили вопросы из азиатских стран бывшего Советского Союза. Вообще к нам зачастили азиаты из бывших азиатских... ну, в общем, из бывших, да. И там у вас тоже много поклонников. И в своих письмах они в первую очередь просят вам передать благодарность за просвещение. Благодарствую. И также спрашивают, как им действовать. А ведь дело в чем? А в чем дело? Они описывают все проблемы их стран и их жизни. Не надо, только мне не надо описывать. Это все очень долго читать. Да, одно письмо вот аж на 5 страниц расписано. Да, вот это все для вас, мои дорогие друзья, помощники. Это счастье я предоставляю вам. И вот выделили так отдельную, самую главную проблему для тех, кто приезжает в Россию. Да. Они сталкиваются с колоссальным негативом. Да. И вот тоже вопрос, как им с этим бороться? Что им как делать? Как и вот в ответ на предыдущий вопрос тоже. Только любовью. Нет, ну, значит, если без... Что касается внутренних политических проблем, понятно, азиатское общество, это когда вижу профили в Фейсбуке комические, они многие, во многих странах азиатские вынуждены вместо аватарки своей фотографии ставить дебильную рожу их вождя. Это очень смешно, когда разные сотни тысяч разных совершенно людей ставят одну и ту же фотографию одного и того же дебильного вождя. Это просто за гранью самонеуважения и прочее, прочее. Ну, это вот Восток, Азия и прочее. А, конечно, надо бороться с этим политически тоже, вот как и в России, просвещаться и объяснять окружающим, что и авторитаризм плохо, и бредовая религиозность плохо. Что я говорю, когда прописные истины? Что касается приезда в Россию, конечно, их вот хороших, просвещенных, замечательных, умных ребят, которые слушают мой канал, их подводят соплеменники, потому что действительно огромное количество маргиналов, которые прибывают из стран второго, третьего мира, в страны второго и первого мира, они ведут себя чудовищно в соответствии с своим уровнем развития общества, генетикой и прочим, прочим. И хорошие ребята, которые исключение из плохих правил, они заложники и жертвы образа вот своей страны, своего народа. Здесь сделать ничего нельзя абсолютно, пока не цивилизуется целый народ, пока весь народ не будет себя вести вот как цивилизованный. И это тоже задача. Но вот вы же хотите, значит, давайте работайте и со своими окружающими неразвитыми, нецивилизованными, некультурными. Окультуривайте их, чтобы они себя настолько достойно, красиво вели, чтобы к вам не было тоже никаких автоматических претензий просто по, значит, вот тому, как вы выглядите. Что поделать, здесь других рецептов нет. Это долгий путь, но другого здесь, к сожалению, рецепта нет. То же самое, кстати, касается и Ближнего Востока, Африки. Вот они, приличные ребята оттуда, должны также
влиять на основную часть населения, чтобы не было, чтобы они себя вели прилично и у себя, и за рубежом, и не было конфликтов. Но вообще, конечно, печально, потому что я хорошо знаю, что есть, я просто, мне это известно доподлинно, есть прекрасные, ну просто прекрасные ребята из вот этих азиатских стран бывшего совка, которые настолько точно почувствовали, где цивилизация, где правда, где нужное развитие, что это западный путь, настолько внимательно слушают мои ролики, читают книги, и они изумительные. Есть письма, я вижу иногда, ну это редко, в Москве встречаю, так, на улице редко, но вот пишут, ну, изумительные просто, и им только помогать и помогать, но их чрезвычайно мало, это главная проблема. Вообще хороших людей умных мало, а там вот такая ситуация. Ну, кстати, я тебе скажу, вот и про этот регион, а я буквально днем слушал сегодня Розу Рымбаеву. Это такая певица, еще в СССР была очень известна, я не знаю, по-моему, она казашка, хотя могу ошибаться, по-моему. Еще вот Роза Рымбаева, изумительный голос, и у нее была песня, знаменитая, с которой она прославилась, «Любовь настала». Вот «Как утро настает». Я считаю, что прекрасно, вот это то, что должно объединять нас, это песня о любви. Давай дальше. Теперь о хорошем. Угу. Естественно, грандиозным событием стало ваше недавнее выступление солистка Большого театра Ксении Дежневой. А. Вы с ней вместе исполнили застольную поэт, и да. Дарвин свидетель, это было великолепным выступлением. Да, и, естественно, спрашивают, как у вас появился оперный голос? И некоторые подписчики, студенты и школьники, просят даже у вас советов по постановке голоса. Mm-hmm. Ну, он, конечно, не появится вот просто так. Это должны быть физиологические данные от рождения, которые потом страстью развиваются, либо не развиваются в бесстрастных неживых организмах. Конечно, огромная проблема, если мы говорим о классическом вокале, об академическом вокале, об опере, особенно итальянской опере, проблема в технике, в эмиссии звука, в звукоизвлечении в итальянской школе, потому что это единственная адекватная школа пения для вот того репертуара, который мы привыкли понимать как оперный и классический. И я вам скажу честно, можете верить, не верить, и мои коллеги, друзья могут обижаться, не обижаться, в России не существует, на территории России не существует такого педагога по вокалу, которого я посоветовал. Вот можете себе представить так. Это еще более редкое явление, чем ученые, еще более редкое явление, чем какие-то там понимающие в политике люди, гораздо более редкое явление. Просто, ну, штучное. Потому что это таинство, это мастерство уровня великих живописцев, как Тициан, Тинторетто, Луи Давид, это плюс к этому еще и оригинальность, огромная энергия, да, в исполнителе, знание, последовательность, здесь много чего нужно. То, что я сделал, это я сделал невозможное, потому что у меня же не было педагога, да, я все изучал по записям старых мастеров от Карузо, Джованни Мартинелли, Тита, Скипа, множество, Альфредо Краус, Николай Гедда, естественно, Доминго, ну, безусловно, и Дель Монако, и Корелли. То есть это нужно знать, ну, как вам сказать, множество вариантов, чтобы понять, какой тебе близок по самым разным вещам. По строению черепной коробки, по, как у тебя, понимаете, там глотка, нёба, что очень разные у всех, скулы, вот резонаторная сетка у всех, она разная. Кстати, большинство педагогов, которые сами, вот артисты оперы, как правило, конечно, дубы абсолютные, к сожалению, интеллектуально, и они не понимают, что то, что звучит в их черепной коробке, с их подъемом нёба, с их широкими или узкими скулами, с их шеей или отсутствием шеи,
с их ростом 1,50 м, да, то может абсолютно не звучать в другом абсолютно непохожем физиологически организме. То есть какие-то приемы дыхания и правила посыла, да, сохраняются, а какие-то надо категорически подстраивать под конкретный организм. Это тоже, к сожалению, отличает вот педагогов по вокалу, которые из вокалистов вышли, они не понимают этого. А те, кто вышли из теоретиков, они не понимают, что такое практика. Плюс у нас русская школа пения, это горловая. Это горловая, это все. Вопль березка стояла с тремоляцией. Так петь нельзя. Понимаете, так петь оперу нельзя. И оперу так петь нельзя, и джаз так петь нельзя, так ничего петь. Кстати, в России были оперные певцы конца, вот в конце 19-го, начале 20 века, были прекрасные оперные артисты в России, которые были воспитаны итальянскими мастерами, которые работали в России, либо эти артисты учились в Италии. А потом совок это все поломал, совок прервал все. И при совке только было вот несколько сезонов, несколько лет, в начале 70-х, когда Фурсова, там ну, была политическая игра дружбы с Италией и обменные гастроли Ла Скала и Большого театра, и были посланы, знаешь, как вот космонавты, как космонавты, 2-3 исполнителя из Советского Союза, молодых исполнителей, для обучения в Ла Скала, для... И там, конечно, вот мой замечательный друг, великий Зураб Сатилава, был в этой компании, он учился у маэстро Барра, и Барр ему действительно поставил блестящий голос, хотя это было недолго, и все равно проблемы с верхами очень большие, всю жизнь проблем, в общем, верха не было, но верх он изобретал, у Атланта, в общем, все было, но он так орал, что быстро прорал, потому что Атлантов тоже, Владимир Атлантов ездил, и Магомаев. Магомаев, правда, еще до этого по пластинкам Тита Гоби стал пародировать Тита Гоби, и так всю жизнь его и пародировал. Ну вот, но это отдельно, везде это отдельная история, вот, и лучше не слушать, что Сакилава говорил про Магомаева. Понимаешь, я, к сожалению, я столько знаю лично, что ничего не могу сказать в интервью. Что лучше ничего этого не говорить. Много хочется про Вишневскую, про Образцовую, что я знаю лично или отлично тех, кто лично. И не ты знаешь, вот как я... что не, понимаешь, ничего нельзя сказать из того, что знаю. Ну вот, поэтому педагогов нет. Я уже, поскольку я всю жизнь страстно занимаюсь, я люблю вокал, и не всегда нет, есть время, иногда месяцами я не распеваюсь месяцами, а вся смерть вокала. Вот если ты, конечно, месяцами там месяц не распевался, все это надо заново все начинать. Это вокалисты знают, оперники, да? Но я по 5-6 месяцев, когда пишу книжку «Не распеваюсь», потом раз, и на характере пою Джузеппе Верди. Да еще перепеваю солистку Большого театра и тяну Сид и дочь. То есть вот, ну как, характер, плюс, конечно, техника, техника, которую я познаю, узнаю вот именно как ученый. Это одно помогает другому, мой научный подход, я раскладываю то, что вижу в записях, и то, что мне, ну, мне все повезло, мне многое очень интересно рассказали мои друзья, и я же, ты знаешь, я дружил с Зурабом Сатхилавой, с Леной Образцовой, замечательный совет мне дал Пласидо Доминго, я присутствовал на последних концертах, я лично без микрофона слышал на репетициях Лучано Паваротти, последние годы без микрофона, хорошо, что вы не слышали Лучано Паваротти. Просто это очень хорошо, что вы этот ад не слышали и так далее. То есть, ну, много чего знаю. И я уже, конечно, могу научить... Я уже могу научить. То есть вот если бы у меня было время и желание, я могу научить и классическому оперному вокалу, и как классическим вокалом петь эстрадную песню. Я уже эти секреты знаю, но это отдельная, так сказать, тема. Давай дальше. Ваша лекция 29 июня прошла с триумфом. Таким, что зал даже не вместил всех желающих. И люди спрашивают, когда будут новые лекции. Причем им не важно, на какую тему, им главное побывать лично на вашем выступлении. А и правильно. Да, во-первых, действительно правильно. Во-вторых, ну не раньше сентября, не раньше сентября. Ну что сейчас, какие уже лекции. Плюс к этому...
Ну, много всего, потому что я постепенно работаю над книжкой о Второй мировой, которая, наверное, будет в конце зимы. И еще одну книжку делаю, и вот приходится интервью, лекции будут. Знаешь, я бы сейчас даже считал, что нужно не столько лекций, лекции были и будут, но я бы сделал даже сейчас такие театральные мероприятия, может, где-то будут монологи, стихи, потому что вот та информация, то знание, те эмоции, которые заключены в великих театральных драматургических монологах и в стихах, она тоже имеет колоссальное значение. И кроме того, как вы понимаете, если я режиссер, то я режиссирую в жизни. И, ну, конечно, я ни в коем случае не могу вам рассказывать подробности, потому что тогда это все обессмыслит. Но через несколько месяцев вас ждут новости. Новости, которые вы поймете, почему я говорил о режиссуре. Я не имею в виду какой-то спектакль, какой-то там примитивный, там, условно, Гоголь на сцене какой-то. Нет, это более серьезная режиссура в жизни. Вас ждут новости, которые я очень сложной драматургии вот сейчас создаю, и никому в голову не придет, что это может быть цепочка, которая ведет к определенным эффектным новостям. Так что вот вам так немножко заинтриговал, но вы даже представить себе не можете, насколько события, которые сейчас происходят, я выстраиваю в итоговые неожиданности. Да, так что давай дальше. Продолжим эту тему. Часто, особенно от молодежи, это видно по подписям их, по профилям, вопросы от них приходят или даже просто восклицание. Вот как добиться такого громкого и почему-то пишут быстрого успеха, как у вас? Причем вы его добились ведь не только в медийном пространстве, но и в науке, и в режиссуре. И спрашивают у вас о ваших методах. Вот это типичный вопрос, я его часто слышу, но такой профанский вопрос и не от очень глубоких людей. Они, может, неплохие, но не глубокие. Дело в том, что за моим успехом стоит очень долгий, кропотливый труд. И если мы говорим о науке, то чтобы появилось вот такое капитальное исследование, капитальный труд, моя книга, которая вызывает столько зависти и ненависти, причем не только ненависти среди совков и фальсификаторов, а зависти среди тех, которые даже считали бы, как и я, в тех же идеях, да, но то, что я первый, что так блестяще об этом сказал, это для них крах всей жизни, поэтому они еще более истерично готовы клеветать, чем даже враги объективные идейные. Так вот, за этим стоит труп, что я с 19 лет, с 9-10 лет, вот как мне стало интересно, невероятно интересна эпоха Наполеона, и я каждый день, поймите, с 9 лет человек каждый день что-то читает, собирает книги сначала как школьник в библиотеке, потом студент уже в библиотеке, архивы и коллекции моя, с каждой там стипендии какие-то. Это моя коллекция книг, которая сейчас лучшая коллекция книг об эпохе Наполеона в России, где нет несколько тысяч, поймите, несколько тысяч книг и уникальных изданий из императорской библиотеки с подписями авторов, с подписями участников событий, с автографами, с у меня и коллекцией писем министров Наполеона, маршалов Наполеона, уже свой у меня архив. То есть это колоссальный ежедневный труд много десятилетий. Ну да, он с детства, но это труд. То есть когда вы лоботрясничали в школе, когда вы бездельничали в институте, когда вы бездельничали потом ипотека, жена и за полтора года дебильная, бездарная, никому не нужная графомания с кандидатской, я все это время тратил на дело. Параллельно, потому что у меня энергия, характер, я быстро все соображаю. Режиссура – это тоже страсть, талант – это параллельно. Поэтому да, я моментально схватывал какой-то сюжет, мне все было понятно. Я объединял вокруг себя людей вообще без всякого бюджета. Вот у меня немецкая сага, вообще без бюджета. Там 4 стула, вы посмотрите в интернете, 4 стула. Я поставил Юкио Мисиму 4 стула, и я ребят набрал после вузов, они были увлечены моей, так сказать, уверенностью в том, что это правильно, что так нужно. Это был спектакль, на который приходили люди, не могли достать билеты, и такие разные, как Радзинский и Татьяна Шмыг, были в восторге. Да.
когда я ставил гала-концерт оперы и балета на Олимпиаде в Пекине, но им нужен был человек, который понимает одновременно и в опере, и в балете, и мог одновременно писать сценарий, кто умел писать сценарий драматургически и срежиссировать, чтобы это было удобно, ну, в разных технических, логистических моментах. Но так сложилось, что у меня знания и там, огромная энергия, я умею писать. Поэтому я сделал это. То есть это все, как вам объяснить, это все плоды труда последовательного. Причем не специально, потому что я никогда ничего не ищу, ничего не предлагаю, но вот люди же находят, потому что люди ищут, что нужно такое-то. Вот. Я это делаю. Им нужна была поколенческая книга об истории. Я создал книгу, которая стала поколенческой, да, и так далее. То есть вы никогда не получите... Я знаю, очень многие тоже пишут в Facebook, вот как совет? Ну, какие советы? Ребята, вы должны очень искренне что-то полюбить, очень искренне трудиться, искренне, в удовольствие. Потому что многие они ничем не интересуются, они не знают, кто они, не знают, чем занимаются. Пустота, они пустые. Вы просто так, создав блог или что-то такое написав, ну, во-первых, вы не прославитесь. Если вы вдруг случайно прославитесь, это продлится, это будет среди маргиналов и продлится несколько недель или месяцев, и все. Поэтому вы должны быть очень честными с собой и с окружающим. Вы должны честно любить то, чем вы занимаетесь. Тогда у вас действительно будет успех. Я думаю, что если вы по-настоящему что-то создаете удивительное, оригинальное, то вы будете в этой области иметь успех. Ну, потому что по-другому не бывает. Давай дальше. Вопрос о семье. Нередко пишут о семейных проблемах. Ой. И сюжет зачастую такой. Родители толкают своих детей в путинизм, патриотизм, в какую-то профессию или в брак против желания. Да. И вот эти дети вас спрашивают, что им делать, слушать ли родителей или оказывать им сопротивление? Это последняя фраза похожа на перевод Борисом Пастернаком Гамлета. Достойно ли склоняться перед ударами судьбы или оказать сопротивление, погибнуть, что-то уснуть? Но что в том сне? Это гамлетовский вопрос, оказать, ну, конечно, если вы Гамлет, вы оказываете сопротивление, вы, если вы, так сказать, тварь дрожащая, вы не оказываете сопротивление, что же я могу вам посоветовать, я не знаю вас конкретно, смотри, какой у вас характер, какая у вас энергия, сколько вам придется преодолеть, есть ли у вас на это характер, вообще нужно, что задача, вы должны прожить свою жизнь, свою, не родительскую, не то, что они хотят, то, что у вас другой мозг. В рамках закона изменчивости мозга у вас мозг другой, не только поколение, не только поколение, у вас мозг другой по отношению к родителям, вам нравятся другие вещи, по-другому чувствуете запах, цвет и так далее. И здесь нужно, да, сопротивляться, это вообще в целом по личной жизни, поэтому вы должны любить и то, что вам нравится там в искусстве, в политике, в еде, в сексе. Ни в коем случае не слушать родителей в этом отношении. Просто ни в коем случае. Иначе у вас будет жизненная катастрофа. Что касается того, как оказывать сопротивление, ну, ребятки, я же вам показываю пример. И я вам диктую какие-то произведения классики. Вот там все написано. Давай дальше. Также приходят вопросы, которые зачастую теряются за политикой. Спрашивают о ваших предпочтениях в кино. Известно, что у вас есть и цикл «Поэзия судьбы», 100 серий, и была и другая рубрика о кино, которая есть в Ютубе. Но, может быть, вы еще раз что-либо хотите посоветовать юных адептов? Да, для юных адептов. Да. Для юных адептов я желаю не быть ленивыми и совсем глупенькими, потому что, действительно, я уже все, что мог в этом отношении, вам посоветовал. Более чем, потому что если идет речь о кино, то действительно больше 100 серий часовых «Поэзия судьбы», где о режиссерах и актерах все разжевано, показано, откуда, что и как. А рубрика у меня была на одном из московских каналов о кино, где я комментировал прямо вот сами фильмы. Да. И там классика и мировая, и европейская, американская, и советская. В целом, вообще это очень важно, потому что, конечно, кинематограф формирует образ мира, и этот образ мира должен быть талантливый и эстетский, а не бездарный, маргинальный и артхаусный. И у вас должна быть планка. Прежде всего, у вас должна быть планка.
В данном случае планка эстетическая и уровень работы мастера. Выше, чем Лукино Висконти, выше, чем Голливуд 30-х-40-х, нет, не было, и я абсолютно убежден, что уже не будет, потому что нет для этого социальных, политических и экономических, так сказать, показателей. Чтобы снять такие фильмы, как в Голливуде снимали в 30-е годы, нужно иметь, во-первых, эстетику той эпохи, арт-деко, во-вторых, переход от крупной буржуазии к мелкой, и коммунизму, еще не переход к коммунизму, и совку еще не было тогда, леваков в Европе и США. Это была эстетика еще очень высокая, эти все платья, наряды и прочее. И, конечно, такая Великая депрессия, которая могла позволить снимать массовку 300 человек. Не мультики, сейчас вам может хоть 10 тысяч человек снять, но это мультики, дерьмо собачье. А вот массовка в 300, там, в 300, в 3 тысячи человек, которая позволяла от нищеты Великой депрессии, и в то же время огромные капиталы, которые формировались на студиях, с другой стороны, вот это чудо, да? То есть эстетика, общество, запросы класса определенного. Когда у вас запросы на фильмы, снятые мобильным телефоном про судьбу дикаря-мигранта, который пробирается сквозь Африку, Албанию, и, значит, чтобы взрывать в Париже, да, но это не очень интересно, это к искусству не имеет никакого отношения. Поэтому вот смотрите ту эпоху. Выше всех по не только эстетике, а еще и по глубине мысли и чувств, это Лукино Висконти. Но это советует, я, конечно, могу посоветовать, я советую, но если вы начнете с этого, из вашей жизни где-нибудь там под Челябинском, вы хороший, но вы живете под Челябинском, еще не видели даже простого Феллини, а уже хотите Висконти, конечно, вам это будет скучно, непонятно и громоздко. Но Висконти — это выше всего, вы должны к этому всю жизнь идти и должны это, так сказать, почувствовать. Так что вот я советы дал, и смотрите, читайте, что я уже отснял и написал. Давай дальше. Вопрос, пришедший буквально за час до нашего эфира. Ой. Он не слишком масштабный, но пока свежий, я его задам. Ну, пока свежий, Антон, пока ты свежий, задавай. Да. Молодой человек изливает печаль. Ой. Он мелкий менеджер, а девушка... А девушки с его работы, с одной стороны, постоянно на него наседают, предлагая секс, с другой также постоянно упрекают его в том, что он не зарабатывает миллионы. Ага. Что ему делать в такой нервной ситуации? Ведь зарабатывать миллионы сложно. Ты знаешь, Антон, твое такое театрально-элегический стиль чтения, да, вообще он, конечно... уже своего рода и деформирует вопрос, да, и отчасти на него отвечает. Но как там в первой части что-то там он зарабатывает, что-то перечитает на первой части? Ему предлагают секс, но при этом хотят, чтобы он зарабатывал миллионы. А ему сложно зарабатывать миллионы, но секса хочется. То есть эти самки лезут к нему в штаны и хотят, чтобы он их трахнул, и при этом собаки на сене, что хотят, чтобы он не просто их трахал, как животных, но еще, чтобы он на этих животных надевал бриллианты. Правильно я понимаю? Да, все верно. Ну, понятно. И как ему поступать? Значит, прежде всего ему, конечно, надо их отшивать, посылать на три буквы, и чтобы они знали свое животное место. И пусть он не беспокоится. Если они говорят, что миллионы, они называют миллион не потому, что они знают, что вот на этот миллион можно сделать тот-то добрый, хороший, или ценный, полезный, или даже богатый. А это сложная для них мысль. Нет. Они называют ровно те цифры, которые они слышали где-то. В метро, по телевизору, в сериале они слышали некую цифру. Это не означает, что они могут до нее досчитать. То есть от начала до конца, да? Это не означает. Это значит, что они просто слышали некое слово, которое им очень понравилось, оно эффектное, они его, ему сказали. Все. И, конечно, они, я всегда это повторяю, что вот вечно это, эти самки тупые, они будут говорить, что посмотри, вот Виталик
или Васек Трубачок уже у Зинки заработал на машину, уже на ней разбился, на этой машине, уже в больнице или уже в гробу, а ты еще не заработал, еще не разбился. Да? И при этом они будут контролировать, куда ты пошел и с кем ты каждую секунду, и наращивая ему рак, да, а сами давать как давалки каждому встречному, и включая гастарбайтеров. Причем он никогда этого не поймет, поскольку, ну, это все, ну, слушайте, обмануть дурачка – это очень-очень просто, потому что эволюционно мозг самки пошел по другому пути развития, чем самца. Самцы там делают Нобелевские премии, архитектуру, науку. Замечательные женщины тоже много создают, но это как исключение. А в целом мозг самки, он эволюционно, и с этим ничего вы не поделаете. Ну, ничего с этим не поделаете. Он приспособлен, приспосабливался, и в этом не, это неплохо, не хорошо, это объективная научная реальность, к тому, чтобы найти самца, захомутать от него и сделать потомство, и дальше он потомство защищал и кормил, и держать его, да. А уже затем социальная вся эта история, появляется, что они еще хотят не только его держать, а жизнь долгая становится, долгая, они живут не 35 лет, они перед живут 70, 80 и так далее, они уже хотят и в 40 лет трахаться, и они хотят изменять, они хотят уже и деньги, и шубы, и изменять хотят, и так далее, и держать. Может быть, потом поменять, а может быть, поменять даже, если еще могут. То есть целая вот такая история. И я повторяю, есть прекрасное, есть замечательное, но это как бы исключение, что мы будем говорить про исключение. А поэтому просто держаться подальше. И возвращаемся к вопросу про националистов. Вот, давай дальше. Ну что ж. Как всегда, вопросов у меня осталось еще на 3 тома. А, то есть вот этим вопросом мы, я так понимаю, уже надо теперь тушить свет, да? Да, пришли к национализму, уже хорошо. Да, да. Но время, отведенное, уже у меня закончилось. Ага. Я вас благодарю от себя, да, и от лица подписчиков. Прогрессивной общественности. Да. И мы подходим к вашей рубрике «Старостей». Старости, да, новости, которые называют старости. Ну что, как-то совершенно нет, уже вам столько всего вам сегодня умного рассказал, какие там новости. Ну уж если у нас эта рубрика, если я в файле что-то отмечал, ну расскажем немножко. Во-первых, конечно, сейчас главное неприятное и главное яркое, то, что Франция снова в огне, и это итог правления левых, которые пустили дикарей. Значит, алжирцы что-то там промежуточно выиграли в футбол и на радости громят все вокруг, просто вот все. Потому что у диких и радость, и ненависть едины вот в проявлениях. Значит, дикари жгут все, что видят на своем пути, ведут себя как в зоопарке, и будет учить итог хуже. Я 100 раз уже говорил, я предупреждал в интервью, что так будет. Я говорил об этом 15 лет назад. Это есть в Ютубе, записи 15 лет назад, есть записи, есть в «Коммерсанте» я об этом писал, и уже просто плеш проел, но и не слушают, и полно леваков у нас тоже среди псевдолибералов. Короче, вот, Франция горит, полиция ничего сделать не может, естественно. Здесь нужна армия, нужно бороться с самой, так сказать, вот этой ордой, которая является оккупантами. Но для этого надо прежде всего вернуться к науке, четко назвать вещи своими именами. Потому что если мы будем говорить, что нет, проблемы нет, и не будем называть это именами, тогда, соответственно, ничего и не решить. Нужны приличные биологи, антропологи, историки, которые обозначат эту проблему, проблему оккупации, проблему разности разных, так сказать, товарищей, и дальше уже предложат жить цивилизованно. И надо понять, что вот цивилизовать дикарей невозможно, потому что там генетика, там традиции вековые. Вот вы поймите, если они плохо жили на родине у себя, веками и тысячелетиями, да, это же не просто так, это обусловлено внутренне. Если они не изобрели электричество, если они не изобрели домов университетов, если они не изобрели машин полета в космос, если они этого все не изобрели, если они не изобрели французское голливудское кино и вообще кинематограф и театр, если они этого не изобрели, значит, это обусловлено. Если вы их не отдельным исключением прекрасным, которым нужно помогать, вот кто-то такой замечательно родился, с таким мозгом случайно, что да, все осознал, что здесь такая дикость, а вот там так хорошо, и он здесь всех в дикости обругал, он с ними жить не может, он политический беженец, он, ему нужно помогать реально, причем очень серьезно всем миром. Да? А просто вот так завозить или пускать миллионы дикарей, это абсолютное чудовищное историческое преступление. Потому что они ничего, кроме бездарности и агрессии, принести не смогут, и это уже не как версии, это уже
давно проверен, и вот мы проверяем сейчас на практике. Так, ну из новостей. Так, читаю. Внук первого президента Казахстана Нурсултан Назарбаева Айсултан, то есть он Нурсултан, а это Айсултан, да, покусал полицейского в Великобритании. Это, кстати, вот в тему, да. Значит, внук первого президента Казахстана Нурсултан Назарбаева, Айсултан, покусал полицейского в Великобритании. Уточняется, что констебль Росс Сэмбрук пытался помешать юноше покончить с собой. А зачем он это сделал? Так, полиция застигла Назарбаева-младшего в чужой квартире, а укус был очень серьезным в кавычках. Ну вот, покусал. Ну, да, видите, видимо, на таких тоже серьезных грибах, что это... Единственное, что я никогда не понимал, зачем останавливать самоубийцу. Это такой бред собачий. Так, еще из новостей последних там 2-3 недель, которые... Ну, реально, вся страна шумит, и все первые и вторые каналы шумят. Как вы знаете, умерла Элина Быстрицкая, знаменитая советская актриса, долгие десятилетия работала в Малом театре, прославилась в фильмах «Тихий дон», «Дачники», и вот сейчас активно в СМИ тема, сама ли умерла, или, может быть, даже кто-то ей помог, в каких условиях, и одни все валят на сестру, которая жила в Израиле и приехала несколько месяцев назад, чтобы вот как-то, значит, то ли ухаживать за сестрой, то ли наоборот. Другие винят ее менеджера, который вот тоже якобы там уже судебные дела, деньги как будто выводило с ее счета и прочее, прочее. И два лагеря сформировалось, и сейчас хотят эксгумацию производить, чтобы посмотреть, умерла ли она своей смертью и прочее. Значит, что я им хочу сказать. Поскольку Элину Авраамовну я знал лично и неплохо, и мы с ней репетировали, работали, это было лет 6-7 назад, но мне, чтобы понять человека, нужно там секунд 10. Ну, задайте мне фотографию, я тебе сразу скажу, кто это, да? А уж если мы там несколько недель общались, еще тем более репетировали, то мне, в общем, все понятно. Прежде всего, не надо быть такими, знаете, как на ток-шоу. Вот эти орут за одну сторону, эти за другую, черно-белые. Потому что, конечно, не обязательно принимать сторону либо сестры, либо менеджера. И та, и другая могут иметь и хорошие, и плохие черты, и хорошие, и плохие намерения. Кроме того, ни на одном, естественно, ток-шоу не сказали о самой Быстрицкой. А сама Быстрицкая, простите меня, это все знают ее коллеги и вообще театральные, киношные люди, была с очень непростым характером. Это была, наверное, самая стервозная артистка Советского Союза. Самая стервозная, с очень тяжелым характером, который, с одной стороны, был хорош в том плане, что она что-то себя держала и держала в форме от каких-то, в общем, примитивного пиара и сериалов. Это хорошо. С другой стороны, была стервозна, неблагодарна, злобна иногда к людям, хотя играла из себя всю жизнь просто, вы знаете, ну, такую добрую вообще, добрую советскую, русскую, ну просто, я не знаю, это Агнец Божий, который думал только о России, вообще больше ни о чем. И самое смешное, что потом думающая о России артистка Малого театра, которая была на небольшой зарплате и уже много лет не играла, не могла играть, вдруг потом выясняется, что на ее счете было 3 миллиона евро. То есть мне нравятся эти ток-шоу, что вот, да, замечательная, святая русская актриса, вот, а после смерти оказалось, что у нее на счету 3 миллиона евро. Ну, и никто не задается вопрос, да, и все говорят, вот ее, это директорша, она сняла 6 раз, или сколько, я не помню, значит, много раз по 100 тысяч евро сняла с ее счета, и никто не задается вопросом, откуда у нее на счету появились эти 3 миллиона, да, то есть у меня, конечно, есть предположение, поскольку там несколько лет назад хотели строить какой-то центр оздоровления и омоложения имени Быстрицкой. Она, естественно, наверняка ходила по каким-нибудь кабинетам, и кто-то просил, кто-то за что-то, конечно, оставлял. То есть все понятно, да? Ясно, что в Малом театре, играя много лет назад в спектакле Житинкина «Любовный круг», стоит 3 миллиона сложно. Возможно, но мне кажется, сложно.
То есть об этом не говорят. Еще из прекрасного, самого прекрасного, ну, у нее сестра, родная сестра, когда они очень похожи, реально очень похожи, потому что родная сестра, она давно, много десятилетий живет в Израиле. И живет в Израиле, Лина ей посылала большие деньги, все, она там на эти деньги жила. И вот сейчас приехала, и мне нравится на ток-шоу, прелестно. Говорят, вот, вот, великая русская актриса Элина Авраамовна Быстрицкая, великая, и вот эта плохая, страшная ее сестра из Израиля приехала. Они сами себя не слышат вообще. То есть, видишь, великая русская актриса и родная сестра, страшная, чудовищная из Израиля, страшная. Знаешь, как анекдот там. Расти, Марик, пока ты там маленький мальчик в школе, тебя будут все же понять как еврея, а когда ты, если вырастешь большим физиком, ты будешь великий русский физик. Понимаешь? Вот то же самое. И это, ну, выглядит просто, ну, нереально, конечно, смешно. Там еще, ой, ладно, не буду уже всех пиарить, рекламировать. Короче говоря, не, поймите, во-первых, не все, не надо белый-черными вот только, да, есть пестрые штуки, да, пестрые. И, конечно, что говорить, там, менеджерша Быстрицкая ей очень помогал, потому что Быстрицкая уже, у нее были большие проблемы с сосудами, с ногами, она не могла нормально играть в театре, она помогала, делала ей концерты. Выступления, которые были не на самом высоком уже по здоровью уровне, но она делала, и это ей продлевало творческое долголетие, возможно, жизнь. Понимаете? То есть она не чудовище, это директор. Бывает, знаешь, вот непонятно, откуда взялось чудовище, да, и прямо все украло, все. Нет. Директриса ее, она раньше работала с еще более приятной дамой, с таким же приятным характером и такой же любовью к России, с певицей Зыкиной. Да? Я всегда говорю, что Быстрицкая у Зыкиной стащила брови, форму бровей, потому что у Зыкиной брови были выщипаны в форме, знаете, такой вот как бы, я это называю, с мыслью о России. Вот с мыслью о России. Вот так были бровки, как будто она вся думала о России. И потом, мне кажется, это Лина тоже взяла эти бровки и тоже думала о России. А потом неожиданно у нее появилось 3 миллиона евро на счете и сестра в Израиле. Так вот... Короче, так. А сестра, которая приехала вдруг неожиданно из Израиля, приехала, конечно, ну, что, ну, понятно, хочется наследство. Понятно, она же должна, сестра, получить его. А тут это снимает. Она тоже могла, потому что она, видимо, генеральная доверенность. Почему? Лина ведь могла. Лина, кстати, к ней очень хорошо относилась в определенный период, когда она делала концерт. Причем, когда говорят, вот Лина любила или не любила, поймите, что Быстрицкая, у нее был стервозный характер, истерический такой, и она могла абсолютно точно... Вот сегодня она обожает то, что ей человек выгоден и нравится, а сегодня под вечер уже по-другому. Поэтому здесь нельзя сказать, это же не то, что вот мне что-то нравится или не нравится с детства до сейчас, и у меня четкая позиция, и у меня от настроения это не зависит. Да? А это другой был абсолютно персонаж. И она могла ей что-то подарить этой... или позволить, либо подарить. Она имела на это право. Если ее деньги, она может подарить ей хоть все 3 миллиона. Да? Поэтому, конечно, когда человек умирает... особенно вот такие с плохим характером артисты, которые от себя всех отгоняют, и нету никакого контроля общественности, тут появляются и родственники, и, в общем, все, которые хотят поиметь свой интерес. Это абсолютно тоже объективно, ну, совершенно объективно, и вот почему бы они в рамках закона не поимели бы свой интерес. Поэтому, ребятки, вот когда вы обсуждаете тему Быстрицкой, вы помните несколько вещей. Первое, аккуратнее с черным-белым, чистым, да. Второе, помните, что Лина сама была не подарок и не сахар, понимаете, и с ней отношения, это тоже надо, за это не то, что там 100 тысяч, это коньяк и шампанское за вредность, да. А вот третье, конечно, комические нюансы, помните, что, да, великая это русская, но вот 3 миллиона и сестра. Поэтому, что касается эксгумации, ну, вот там кричала Зина Кириенко и прочее. Ну, как вам сказать? Конечно, все можно. Не думаю, что там что-то такое откроется, потому что все-таки, ну, уже огромный возраст, и она действительно давно себя плохо чувствовала. Чтоб прям кто-то разжевал со света специально, ну, сложно сказать, понимаешь, может быть,
кто-то не сильно мечтал, чтобы она долго прожила, а при ее отношении это, в общем, логично, да. Ну, все возможно. Я не считаю, что это нужно сейчас делать, потому что это вопрос не политический, и никто ее в 30 лет уж точно так и специально не убивал. Вот. Кстати, вопрос вызывает другой большой вопрос. Была Руфина Нифонтова, красавица в Малом театре, соперница Быстрицкой, которая неожиданно умерла. И когда мы сидели, пили чай, Лина Авраамовна Быстрицкая замечательно говорит, Женечка, вы знаете, вот все люди, которые делали мне гадости в жизни, они почему-то потом, вот им всем было очень плохо, или они уходили из жизни. Вот, их Бог, наверное, наказывал. Вот, ты знаешь, я не призываю эксгумировать, естественно, Нифонтову, да, но когда мы говорим о театре, тем более о малом, а уж тем более о большом, потому что в большом театре все еще краше, чем в малом. Но здесь надо очень аккуратнее с восторгами про чистоту, совесть нации и прочее. А всем мэтрам, мастерам и известным людям я хочу пожелать вот такого, чтобы вы срежиссировали собственный уход, чтобы при вас не было одной-двух, либо, знаете, бывает там, остается одна приживалка, или одна жена, или одна муж, или одна сиделка, которая уже настолько сходит с ума с тобой в жизни, что готова тебя и все, что угодно с тобой сделать, чтобы все срежиссировать правильно. Понимаете, вот уходить последние годы надо режиссировать тоже очень-очень правильно. Вот такая вот так. А дальше, что есть в Крыму выступление с поцелуями? Да, ну, был тоже скандал в Крыму, как он фестивале. После фестиваля там какие-то уже студенческие лабораторные работы и шуточная какая-то постановка. Девочки целуются, мальчики почему-то не поцеловались. Зря, что они поцеловались. А все соцсети кричат, что вот прям гомосексуализм, гомосексуализм. Услышали иностранные слова. Знаешь, как в 12 стульях, что у Эллочки-людоедочки была подруга Фима Собок. Фима была, в отличие от Эллочки, очень образованной. Она знала, а в ее словаре было столько-то слов, и дальше в ее лексиконе было красивое, богатое заграничное слово «гомосексуализм». Фима Собок. Вот, и здесь, и что омерзительно, что набросились на этих ребят лицемеры. Я просто знаю, что вот некоторые московские деятели так называемой культуры, режиссеры и чиновники, которые сами спят с мальчиками, они кричали «скрепы». Скрепы, значит, ай-яй-яй, наша духовность и прочее, прочее. Это мерзопакостно абсолютно, да? И это они кричали, а то, что они говорят в личной, это совершенно другое, постоянно лицемерие. Кроме того, если вы позволяете себе праздновать 9 мая, если вы говорите, что вы, хотя вы к этому отношения не имеете, это было давно, это не вы лично воевали, если вы победили фашизм, да, то какое вы право имеете вести себя как фашисты и осуждать тех, кто целуется, кто любит друг друга, если мальчики, девочки, девочки, мальчики, мальчики. Это и есть гитлеризм, это и есть фашизм, это и есть то, что было в Третьем Рейхе. Какое вы имеете право? Тогда, получается, вы сами фашисты. Вот же в чем дело. Поэтому с этой мерзостью надо заканчивать, с лицемерием и фашизмом. Дальше. Вот я еще отметил. Опять всякая патриотическая риторика и через газеты, и через СМИ. И меняют, насколько я знаю, какие-то правила в прохождении медкомиссии в военкомате, чтобы, потому что, ну, почему-то скрепа не работает, не хочет, особенно молодежь, я так понимаю, не рвется, вот нет этого рвения быстро сдохнуть на Донбассе и вообще за эту родину, за этих олигархов и прочее, прочее. Вот я вам хочу сказать, что такое вообще, как мне представляется, ну, не только мне, а и великим писателям, и ученым, и Оскару Уайльду, Льву Толстому, Бертрану Расселу, Дюренмату, и так далее. Вот что такое родина, патриотизм? Вот как бы я это сформулировал по итогам этих всех размышлений и того, что я знаю об истории, того, что я знаю из своего опыта о нашей замечательной родине. Понимаешь, вот когда
чиновники и вообще окружающие начинают себя называть государством, когда начинают называть государством, это уже опасно, потому что они тянутся к вашему кошельку, прям точно, вот чувствуете, да? А уж если чиновники начинают себя называть родиной, вот это вообще каранты, потому что, значит, все, вам, им понадобится скоро ваша жизнь. Вот это надо понимать. Известная фраза, когда государство начинает себя называть родиной, она начинает убивать, но вот я бы сформулировал чуть по-другому, что если так, то кошельку, а если уже прям вот кричат про родину, ну все, сейчас, сейчас точно где-то попросят отдать, чтобы пожирнели генералы, пожирнели чиновники, пожирнели олигархи, а значит, вы должны в каком-то окопе сдохнуть. Поэтому как только вам кричат про патриотические штуки, вы должны насторожиться и очень внимательно очень ощупать, где ваша жизнь, где ваши кошельки и так далее. То есть быть готовыми. Так, Антон, ты готов к патриотизму? Давай, не давай. Очень, не очень. Не-не-не-не-не, ты давай, ощупывайся. Так, следующая новость прелестная про Прохоровку. Вы, наверное, многие читали. Значит, западные ученые, исследователи, а за ними и журналисты, прочитали и научные исследователи. И, ой, оказывается, опять-таки, Прохоровка тоже миф. И никакой не победы, а наоборот, поражение советской армии и прочее, прочее. Значит, журналисты немецкой газеты Die Welt, «Мир», в переводе Свен Феликс, Феликс счастливый в переводе, Свен Феликс Келлерхоф, занимающий должность ведущего редактора исторического раздела издания, считает необходимым снести звонницу, установленную на Прохоровском поле в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 43 года. Об этом говорится в колонке журналиста. Ну вот сразу я прокомментирую вот эту звонницу. Значит, там недавно установили звонницу, то есть церковную штуку. Меня вся поражало. Если есть Бог, вот если он есть, да, если вы так считаете, да, почему-то, хотя вы не можете доказать, но это есть, да, то получается, а что это, он же эту войну, получается, либо устроил, либо допустил. Он же этих людей либо убил, либо допустил. Что же, я не понимаю, что же вы с этим боретесь, или плачетесь, или еще что-то? Это же все по велению или по допущению Бога. Если вам не нравится, что люди погибли, а вы же кричите, ой, вот погибли, погибли, значит, тогда пеняйте, кричите прямо вот, а, как мы, Бог, как мы тебя не любим, какой ты плохой и прочее. Ну, или, объясняю, либо снимите, либо наденьте. Ну, или туда, или сюда. Тем более, что какая звонница советской армии была, это армия атеистов. Так, а, кстати, вот на ремнях вообще много где армии вермахта было написано «Бог с нами». А вот в советской армии такого не было. Так, значит, по мнению обозревателя, мемориал необходимо убрать, так как никакого крупного боя там не было, а Красная армия не одержала в нем победу. На самом деле, значит, дальше цитат, на самом деле этот памятник должен быть немедленно снесен, потому что последние исследования, основанные на, несомненно, реальных фотографиях, подтверждают, что в бою Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения, считает Келлерхоф. А в своей статье журналист в качестве доказательства приводит исследование немецкого военного историка, полковником Бундесвера в отставке Карла Хайнца Фризера. Я скажу, что это действительно очень серьезный военный историк. И его исследование основано на именно архивных данных. Это известный уже не первый месяц, не первый год исследования. А также британского исследователя Бена Уитли, тоже специалист по Второй мировой, тоже военный исследователь. Последний, по словам Келлерхофа, в одном из американских архивов обнаружил аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой. Но я в скобках замечу, значительная часть материалов архивов вермахта, она потом оказалась не только в Совке, но и оказалась и в США, поэтому там это тоже есть. В действительности, да, вот что, съемки, которые были сделаны немецкой авиацией. В действительности 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских. Еще раз. В действительности 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских. Вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной армии и 5 у вермахта. Еще раз. 235 потеряно танков у Красной армии и 5 у вермахта, полагает автор статьи.
При этом Келлерхоф называет действия советской армии в данном сражении атакой камикадзе. Вот тоже мне открыл истину. Понимаешь? Вот вокруг сплошные воры моих концепций, честное слово. Потому что, а что, в Бородинском сражении или раньше в других войнах трупами не заваливали? Что по-другому? Как новости тоже мне. Вот Бородинское сражение. Удивляются, почему русские потеряли 53 тысячи, а французы там чуть больше 20 тысяч. Ой-ой, как это стало возможным? А тут вообще замечательная статистика. 235 танков у Красной армии и 5 у вермахта. Понимаете, это, кстати говоря, вот подобные штуки, они очень хороши для науки, потому что они подтверждают матрицу. Понимаешь, это принцип, это матрица, вот цивилизация, вот как воюют в России, как воюют, как относятся к людям в одной стране, как в другой, где к крепостным рабам относятся как к расходному материалу, а где человеческая жизнь ценна, где берут умением, а где берут толпой и так далее. То есть все входит в пазы. Это очень важно, чтобы все входило в пазы. Тогда это научно все подтверждает друг друга. Журналист утверждает, кстати, почему они же называют журналистом, он, конечно, может и журналист, но он серьезный обозреватель, он много лет действительно занимается исторической колонкой и читает постоянно научные исследователи. Исследования он не просто, знаешь, вот такой поверхностный журналистик, как мы привыкли понимать, это все-таки серьезный обозреватель. Значит, он утверждает, что танки советских солдат столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС. В статье Die Welt утверждается, что командующий 5-й гвардейской танковой армии генерал Павел Ротмистров при наступлении игнорировал наличие естественного препятствия в виде рва глубиной 4,5 метра, но оно не совсем естественное, потому что его выкопали, но это не важно. В результате советские танки столпились перед узким мостом, став идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса. Это был ад из огня, дыма и горящих Т-34 убитых раненых, писал участвующий в сражении Рудольф фон Риббентроп. Кстати, вот Рудольф фон Риббентроп, сын рейхсминистра иностранных дел, интереснейший человек, прекрасный, и он жив, и он написал мемуары, он прилетал в Москву, давал интервью, и я с ним кратко виделся, изумительный совершенно человек, он участвовал, был там награжден, и, в общем, очень интересный, конечно, персонаж, а есть фотографии молодой, но просто вообще Ален Делон, сумасшедшей красоты был. Так вот, 4 тяжелых танка «Тигр» под командованием Михаэля Витмана уничтожили 55 советских танков. Это один из фактов, да, приводит. Ну что, это действительно так, подтверждается архивами. Вот что я вам хочу сказать. Прежде чем вы будете орать, что это все вот иностранцы, они такие плохие, они нас не любят, они все врут и так далее, я вам должен сообщить и неприятнейшую новость. Дело в том, что боевую деятельность 5-й гвардейской танковой армии во время сражений под Прохоровкой уже расследовали специальные комиссии под председательством члена Государственного комитета обороны и политбюро Георгия Маленкова. То есть уже тогда у советского правительства были большие вопросы к этой ситуации. И итогом работы стали сотни страниц различных документов, материалов расследования, которые, к сожалению, до сих пор хранятся в особо секретном архиве президента Российской Федерации. Как вы знаете, у нас все до сих пор засекречено, еще чуть ли не до 40-го года засекречено, и несколько лет назад президент сам все это возглавил. Если там было все так хорошо, победно и прекрасно, и мы ни в чем не виноваты, а только побеждали, чего же вы держите гриф секретности, а, ребята? Но дело в том, что общий вывод той комиссии, он уже был в 90-е годы известен. То есть документы все засекречены, а общий вывод смогли тогда прочитать и опубликовать. И боевые действия 5-й гвардейской танковой армии под командованием Ротмистрова, конкретно 12 июля 1943 года под Прохоровкой, были охарактеризованы как образец неудачно проведенной операции. Это итоги расследования комиссии Маленкова. Да, это было засекречено. Это не помешало лживой советской системе сделать очередной лживый миф. Потому что выдуманные панфиловцы, значит, ну, вот эти 28, я имею в виду конкретных, и миф под Прохоровкой. Мы празднуем победу в Бородинском сражении. Это же просто бред собачий, потому что это невозможно. Это невозможно, чтобы бежать с поля сражения до Москвы, оставить Москву, сжечь Москву, убежать до Тарутина, потерять больше, чем противник, имея больше. Это праздновать. Как можно праздновать вот подобную ситуацию, это невозможно. Но можно и праздновать. То же самое происходит вот и с Прохоровкой.
Дальше следующая новость, тоже исторического такого свойства. Исследователи обнаружили самые древние окаменелые останки представителя Homo sapiens за пределами Африки, возраст которых оценивается в 210 тысяч лет. 210 тысяч лет. Но я сразу сообщу, материал журналистский, поэтому вот Homo sapiens, это, конечно, громкий, хороший термин, и там по челюстям-то все хорошо, челюсти, объем мозга, это все нормально. Зубы, лоб, кости, это все, да, действительно, да, как бы вот такой вид Homo sapiens. Но, меня, конечно, простите, когда 200 лет назад приличный швед этот термин придумал, он еще не путешествовал по миру, ниже по карте и вообще мало с кем общался, поэтому к этому термину у меня большие-большие, так сказать, претензии, и об этом посмотрите отдельно, есть у меня ролики в YouTube на канале. Так вот, но 210 тысяч лет, об этом говорится в работе, опубликованной в журнале Nature, и об этом сообщил затем BBC News, ученые пришли к такому выводу, проанализировав два черепа, найденные в конце 70-х годов в пещере Апидима на юге Греции. Один из черепов показал исследованием принадлежал неандертальцу, жившему 170 тысяч лет назад. Второй – раннему представителю современного человека в Европе. Так вот, как отмечает пресса, найденные останки представителя Homo sapiens на 16 тысяч лет старше останков, обнаруженных в Израиле в 18 году. То есть вот греческие останки Homo sapiens на 16 тысяч лет старше тех, которые считались древнейшими, которые обнаружены были в Израиле. Да? Ну, понимаете, не сочтите за антисемитизм, конечно. Вот, но греческие сапиенсы, они вот пока, потом откопают, может, еще, а может, сейчас евреи точно быстро откопают, а африканцы еще откопают, сейчас будут все быстро откапывать, кто древнее. Но если любопытно, что неандертальцы, опять подтверждается, что жили вместе с Homo sapiens'ами и активно, видимо, совокуплялись, Homo sapiens их активно ели, но не только ели, но совокуплялись, поэтому примерно 3% в генах этого присутствует. Но опять-таки я бы с этим тоже еще бы очень много, не то что поспорил, но поразмышлял, потому что если вы посмотрите на некоторых представителей там, депутатского корпуса и вообще гуляющих по улице, и некоторых гостях, гостей, начиная из горских регионов, то и сравните их антропологически с тем, что выставлено в музее и написано неандертальцы, просто внешне посмотрите и по действиям, то, конечно, у меня нет уверенности, что все эволюционировали, либо все вымерли. В общем, тут множество, так сказать, есть. Я не считаю, что у нас сейчас живет какой-то один единый вид. Это, я думаю, что большая глупость, но к этому мы еще вернемся. На эту тему надо отдельную книжку писать. Так, исследователи считают, что представители Homo sapiens начали мигрировать из Африки гораздо раньше, чем считалось до этого. У меня есть такое научное интуитивное предположение, что все-таки сапиенсы не мигрировали из Африки, а эмигрировали потом в разные стороны, в том числе в Африку, и все-таки из региона другого. Но это еще подождем лет 10, пока будут копать, потом генетики что-то будут там искать, Савельев будет говорить, что генетики – это глупость и так далее. Это все мы увидим, потому что лет 10 принесут нам много научных сюрпризов. Надо, товарищи, больше копайте. Давайте копайте, выводы делать рано, давайте копать. Так, дальше. В конце июня 2019 года городской совет по образованию Сан-Франциско решил скрыть фрески на стенах местной школы имени Джорджа Вашингтона. Этого десятилетиями добивались защитники прав этнических меньшинств. Вашингтон на фресках изображен вместе с его темнокожими рабами, а также с индейцами. Совет одобрил выделение денег на уничтожение изображений. То есть уничтожить рабов еще лучше, да? Прекрасно, да? Вообще убить фактически изображение на чубе. Затраты примерно 600-850 тысяч долларов. То есть чтобы уничтожить произведение искусства, фреску, да, нужно затратить 850 тысяч евро. То есть удалить правду, удалить исторический факт ради того, что каким-то кретинам что-то там не нравится. Ребята, это ваши проблемы, ваши левацкие проблемы. Если вам не нравится изображение, значит, негров на фреске, если вам не нравится, хотя историческая реальность, и многие там, кстати, даже из левых выступают против, потому что это историческая реальность, вот какой плохой Вашингтон, у него были рабы, прям ужасно. Он так родился, у него уже рабы, а он плохой. И, ребятки, значит, вместо того, чтобы уничтожать произведение искусства и
созданное человеком, вы давайте изобретите машину, телефон, телеграф, интернет, изобретите электричество. Вот вы, африканцы, да, давайте что-то... Что вы все время уничтожаете? Зачем уничтожать фреску? Вы свою фреску создайте. Создайте, черт побери, что-то свое. Создайте, сделайте. Сколько ж можно? Уже это просто левачество. Но это вечная тема, и ничего нового здесь в этом эфире не скажем. Поэтому сегодня у нас была масса приятных, веселых, интересных и печальных новостей. Антон, тебе спасибо за то, что ты изучаешь вопросы зрителей. Вам, дорогие зрители, я желаю приятного тоже времяпрепровождения и прослушать моего канала просмотра. И до новых встреч. Пока.